Sözünüz başlar. Можно его... Внутрь лучше? Здесь карман внутри? Да. Под проводом. Где? Можно так пройти. Да. Это вот же вставляется. Нет? Цель. Когда наступаешь на что-то? Там помнишь, надо воздух вначале сдуть. Допустим? А? Из шейного манжета. Из шейной манжеты пальцем. Понятно? Да. Заходило. Да, не знаю, как это. Проводом не цепляется. Хорошо. Водичка. Прикольно. А, ногами смотри, аккуратно наступай, если как бы... Сначала почву прощупай, а то можешь наступить, не прощупать, и там будет голова. Фонарик слабо светит. Там светит вообще? А? Что, вот этот фонарик, ну светит, ну что слабо. О, как лучше. Ой, какая клевая водичка. Я слышу воду. Ты там говори нам вслух, что видишь. Хорошо. Все, мы тебя слышим. Я пока ничего не вижу интересного. Ой, как тут прикольно. Ой, а тут, по-моему, большой зал дальше. Ну, мне тоже кажется, что зал. Ой, клёво. Ой. Тут, короче, зал. На дне какие-то камушки. Нет, там дальше куда-то входит. Сейчас посмотрю, куда. Ну, вода где-то шумит, я не могу понять, где. По-моему, сейчас, две секундочки. Короче, смотрите, тут есть щель наверху в потолке, и там шумит вода. Ой, а я теперь вижу даже где. Тут, короче, трещина, и в этой трещине течет вода. И она приходит вот прямо в это озеро. Сейчас посмотрю, что в конце. О. А еще такое ощущение, что там дальше становится глубже. Прикольно. Я дальше не пойду, потому что дальше сифон и глубоко. А? Ага. Ой, тут еще в потолке есть какая-то дверь. Но она вроде маленькая. Ладно, я пошла, да. Ой. Блин, а мне тут нравится. Я бы еще погуляла. Ну, какой-то слишком короткий ход. Справа там есть какая-то дверь наверх. Ой, в смысле слева, если идешь туда. Вот. Вот такая, да? Ну, поменьше такое. Ну, в принципе, у меня же камера на голове была, наверное, она снялась. Да, вот. И там, короче, это. Оттуда течет. Ну там как трещина, оттуда течет вода.
Она шумит, да? Да. И она входит в это озеро. Озеро, вот я дошла там до того, вот этого вот трещины, а дальше она становится все глубже и глубже, и там вот прям видно, что такой перегиб куда-то вниз уходит. Ну, типа, да. А там зал ты снова расставил, да? Да. Ну, там вообще, там зал вот по высоте выше, чем здесь. Ну, не выше, но, по крайней мере... Вот. А что он? Ну, зал такой. Да, в полный рост можно спокойно стоять, еще и попрыгать можно. Больше нет в потолке щелей. Ну, одна только, да. Нет, ну, есть одна, но она, по-моему, ступорится. Mm-hmm. Сейчас еще одна. Ну, понятно, все очень плохо. И вода вся туда утекает, да? Ну, оно выглядит, как будто бы никуда не течет, но на самом деле с учетом глубины там. Ну, понятно. Там как бы вот этот приток глубина небольшой. Глубина больше у нас, да? Глубина, ну, я не знаю, мне кажется, нибудь там больше, чем с головой. Понятно, если у вас с такой силой вода втекает. Там как бы, я не знаю, мне, конечно, фонарик не то, чтобы хорошо там посветил, но там мне показалось, что там идет, ну, вот этот вот, ну, глыбы накиданные, вот, а дальше с этими глыбами вода более темная, и, короче, такое ощущение, что там понятно, дальше глубина. Ну, фонарик дал, ну, ладно, может, только светить. Ну, там и так было понятно. Ну, все, тебе тепло просто подсвечивать? Где стоит, будем подсвечивать? Да не, не будем, мы ее уже посетили. Что она, куда она просвечит? Сейчас дочка делает зал. Что, идем? Да. Надо обвязку, наверное, взять с собой. Ну, смотри. Обвязку можно сейчас... Ну, пока не надевать. Влезет в эту страну, Жень, обвязка? Она грязная. А, грязная? Да. Может, ее так... Ну, лучше отдельно веревку, чем снаряд. Тебе тепло? Тепло. Давай камеру выключу. Давай. Мне понравилось там. Прикольно.